Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире библиотекарь Томского аграрного колледжа Любовь Геннадьевна Горн. Сегодня мое выступление будет посвящено книжно-иллюстративной выставке «Строки томской поэзии», приуроченной к Дню поэзии. На выставке представлена поэзия томских писателей, в том числе литературно-художественные издания Томской областной писательской организации, библиотека томской поэзии и прозы, а также краткая автобиография поэтов о их разностороннем творчестве. Например, творчество томских поэтесс Анастасии Губайдулиной и Валентина Чубковец, томского поэта Вениамина Колыхалова. Эти писатели участвовали в литературной программе «Планета княжин», которую вы можете посмотреть в интернете. В настоящее время Томская областная писательская организация проводит творческий конкурс «Знай наших, читай наших» о томских писателях, организованный Томским областным домом искусств. Оформленная выставка может помочь желающим поучаствовать в этом конкурсе. В заключении моего выступления мы послушаем песню Евгения Коновалова на стихи томского поэта Бориса Климычева «Зеркало». До новых встреч в эфире, дорогие друзья! Лишь прикоснулся, сразу сердце сжалось. Когда-то, глядя в это вот стекло, в театр готовясь, мама наряжалась, и сквозь расческу золото текло. Видала зеркало мой чубчик и веснушки, отца видала с пенным помазком. Старинной мебели резные завитушки и дверь с тяжелым кованым крючком. Старинной мебели резные завитушки и дверь с тяжелым кованым крючком. Те отражения навсегда уплыли. Отец погиб, и матери уж нет. Чужие люди мебель раскупили, и чуб мой вылез с течением лет. Чужие люди мебель раскупили, и чуб мой вылез весь с течением лет. Лишь зеркало почти не потускнело, наверное, из особого стекла. Блестит себе, и что ему за дело, какая жизнь с ним рядом протекла. Но где-то в сердце зеркало иное, и в нем отец мой вовсе не убит. Расчески льется золото льняное, и тихо мебель старая скрипит. В расческе льется золото льняное, и тихо мебель старая